Всем привет! Добро пожаловать на очередное видео для саббордеров, где мы будем рассматривать новую линейку надувных досок Аквамарина 2023 года выпуска. Большое изменение по сравнению с Акварамина из линейки 2022 года по сравнению с этим 2023 годом. Некоторые доски, которые вы увидите, изменили свою форму, но конструкция и упаковка, экологически чистая сторона бренда действительно значительно улучшились. Я собираюсь рассказать обо всех этих вещах в этом видео и, конечно же, помогу вам понять, стоит ли вам покупать линейку Акромарина в 2023 году. Итак, Акромарина – это китайский бренд надувных весловых досок, который существует уже очень давно, мальчик, пора. Мы рассматриваем доски Акарина с самого первого раза, когда мы начали рассматривать доски для гребли на саббордер. Но даже в первые дни они всегда были по очень конкурентоспособной цене, и у них много вас на воде, и многие из вас очень довольны Комарина. Теперь самое хорошее в Акамарина то, что они действительно прислушиваются к вам грибцам и к нам, когда дело доходит до наших комментариев. О том, как они могут улучшить наши негативные отзывы о досках в прошлом, и они действительно внесли большие изменения в этот новый ассортимент 2023 года. Сейчас, конечно, это обзорное видео, так что я не собираюсь вдаваться в подробности о каждой доске, но в ближайшие месяцы мы будем проводить конкретные обзоры доски на саббордер. Так что определенно следи за этими видео. И помни, если ты хочешь узнать больше информации, ты всегда можешь зайти в раздел комментариев ниже или если ты участник Subwater Pro. Зайди в раздел «Спросите экспертов» и задавай нам столько вопросов, сколько захочешь обо всех брендах, а не только Акромарина, и мы с радостью ответим на них. Вернемся к тебе. Таким образом, ассортимент надувных досок для весел, которые Акромарина получит в 2023 году, действительно очень похож на ассортимент прошлого года. У тебя по-прежнему будет свой универсальный ассортимент досок. 910 на 30, у тебя есть Vape 4 h 31 Fusion 1010 на 32, и у тебя есть монстр побольше 12 футов Х-33. Помните, что эти универсальные доски были первым уровнем начального уровня для грибных досок, которые могут делать все это, но они были очень конкурентоспособны ценовые точки. Значит, это были самые дешевые доски из Акромарина. Если ты хотел подняться на более высокий уровень по жесткости конструкции и получить немного лучшую доску для гребли по воде, ты смотрел на продвинутый универсальный ассортимент. У них есть коралл двух цветов. У тебя есть зверь, который был доской для многих людей: 106 х32. У тебя есть мегма 112 х33 и атлас 12 футов х34. Ты смотришь чуть более чем на 100 евро, дополнительно за расширенный круговой диапазон, и эти деньги пойдут, чтобы перейти к лучшему насосу, лучшему веслу, лучшей конструкции. Доска в целом более жесткая, и это даст вам лучшее наполнение для гребли на воде. Так что если ты начинаешь заниматься спортом или ты действительно ты знаешь, что будешь предан этому виду спорта, определенно я бы действительно потолкнул тебя больше к продвинутому многоборью, чем к многоборью. Сейчас я расскажу немного больше о конструкциях и о том, насколько жесткие эти доски, и через минуту ты увидишь немного больше о том, почему тебе следует купить доску для лучшей конструкции. Но продолжая рассматривать доски в ассортименте, давай перейдем к туристическому ассортименту досок. Итак, у тебя есть коралловые туристические доски, опять же в двух цветовых вариантах. Это 116х31. А затем ты переходишь на гипердвухкамерные платы. Они делают 116х31 и 126х32. Теперь туристический ассортимент досок будет разработан для кого-то, кого вы могли бы вести в качестве нового грибца. Определенно потому, что они все еще довольно широкие и довольно стабильные, но они действительно будут нацелены на кого-то, кто хочет грести так далеко. Так что если ты хочешь покататься на веслах за углом, посмотри, что дальше по пляжу, посмотри, что за следующим поворотом канала, это те доски, на которых ты захочешь покататься. Но если ты действительно хочешь грести быстро, тебе придется смотреть на гоночные доски. У тебя рост 12 футов 6 дюймов и 14 футов. На гораздо более узкой доске грести будет намного быстрее. Она позволит тебе быстрее двигаться по поверхности воды. Вот почему они обозначили ее как гоночную доску. Теперь ты без сомнения мог бы использовать эту доску и в качестве доски для фитнеса, но ты, очевидно, будешь немного выше по уровню, потому что она намного уже по ширине. Потому что она не обеспечит тебе такой стабильности, как доска с более широкой основой. Мы действительно рассмотрели несколько таких досок в прошлом, и, честно говоря, гонка на самом деле является довольно выгодной отправной точкой, если вы хотите участвовать в гонках так что определенно для вас там есть гонки по птицам на которые можно было бы посмотреть сейчас у аквамарина все еще довольно большой фитнес диапазон главная доска в ассортименте Даяна размером 108 на 34 там есть большая открытая плоская платформа на которой очень легко выполнять множество фитнес маневров sap и это действительно отличная универсальная доска если ты хочешь сделать всего понемногу ты также можешь сделать это на этой доске еще одна доска которую они сохранили в ассортименте с прошлого года на этой доске есть несколько замечательных функций это доска Whitewater. 96 на 33, все еще хорошая и стабильная. Это действительно популярная доска в ассортименте Экран Мария уже несколько лет. У них были разные формы и разные стили этой доски, но эта доска всегда очень хорошо работала с большим количеством гребли по белой воде. Я не собираюсь вдаваться в подробности об этой доске, потому что у нас будет полный обзор от бед нашего специалиста по белой воде, чтобы дать нам краткое описание этой новой доски и то, что она думает об этом. Так что если ты интересуешься греблей на белой воде, обязательно жди от нее полного обзора в ближайшее время. Еще одна доска, которую они продолжили в ассортименте 2023 года, это Акромарина Wave. Это доска размером 88 на 30. Это была доска, Которая участвовала в нашем тесте надувной доски для серфинга с про. Pro. Честно говоря, она неплохо справилась и в этом тесте. Это очень хорошая цена. У нее действительно хорошая настройка плавников. Так что если вы хотите заняться подводным плаванием, у них тоже есть эта доска в ассортименте. У них также есть винцап, который мы использовали и в прошлом году. Очень весело, если ты хочешь иметь всестороннюю форму и надеть на нее снаряжение для виндсерфинга. Они сохранили эту форму прежней, 10 досок размером 6 на 33 и более, которые они сохранили прежними. Это их мультиспортивные доски. У тебя есть супер поездки, и у них также есть несколько мега-субмарин и несколько гоночных субмарин. С если ты хочешь грести с большим количеством людей. И последние две доски, о которых я собираюсь рассказать. У тебя есть фишинг дрифт, действительно супер широкая доска, которую я действительно использовал несколько раз на рыбалке. И определенно для детей там, у вас есть дети размером 8 футов на 28. Это была одна из выдающихся досок в прошлом году. Моя дочь Изи помогла мне просмотреть этот фильм. Ей 8 лет, и она нашла его одной из лучших досок для использования, потому что он такой легкий, его легко носить с собой, и на нем приятно и легко грести по прямой линии. Обязательно посмотри это прошлое видео, если хочешь узнать больше информации о детях Vibrant. И это, конечно, не все в ассортименте Аквамарина. У них есть куча воздушных байдарок и воздушных каноэ. Честно говоря, в них заложено много действительно хороших технологий и разработок. Мы не так часто освещаем их на границе SAP но мы рассматривали каскад в прошлом. Так что если ты увлекаешься надувным каякингом или может быть немного занимаешься как надувным сап, так и каякингом, обязательно посмотри каскад. И еще один продукт, который действительно хорошо работает как с байдарками, так и с сапс. И это немного спорно для некоторых из вас. Это устройство с батарейным питанием, которое вы можете подключить к нижней части вашей доски или байдарки, чтобы придать вам дополнительную скорость движения. Мы рассмотрели синий привод. У них также есть несколько новых продуктов, которые они ввели в ассортимент 2023 года. Опять же, любите вы или ненавидите электрические ласты, которые дают вам дополнительную тягу. Они являются отличным преимуществом и действительно могут помочь многим людям, которым возможно трудно грести в определенных условиях. Или вы можете использовать их в качестве запасного средства безопасности. Посмотри, может быть, какие-нибудь будущие видео, которые я собираюсь снимать на границе о полигоне Акромарина. И обязательно взгляни на кое-что из того, что мы уже сделали на границе. Хорошо, это был просто краткий краткий обзор всех продуктов, которые Акромарина представила в своем ассортименте в этом году. Как я уже сказал, многие формы очень похожи на прошлогодние. Многие размеры все еще те же, что и в прошлом году. Так что доски будут грести почти так же, как и в прошлом году, за исключением того, что в этом году есть большая разница в конструкции. Для начала доски теперь перешли на сварку и термообработку, очень хороший способ продлить срок службы вашей доски намного-намного дольше. И это способ уменьшить количество клея, который фактически входит в вашу доску в первую очередь. Термическая сварка – это когда они плавят ПВХ вместе, чтобы создать соединение, вместо того, чтобы добавлять клей и склеивать два слоя вместе. Есть кое-что, что по словам Акамарины они также делают, о чем я раньше не слышал. Это называется высокочастотная сварка. Я думаю, во многих отношениях она делает почти то же самое, что и термоядерный синтез. На самом деле они используют электроды для создания тепла которая затем расплавляет ПВХ и склеивает их вместе. Для меня это звучит как очень интересный процесс, и мы с нетерпением ждем возможности услышать об этом больше. Но все, что уменьшает количество клея, который вы используете в первую очередь, или уменьшает количество досок, которые попадают на свалку, потому что их нельзя отремонтировать, это только хорошо. Но на этом изменения в окружающей среде и материалы, которые сейчас используют аквамарина, не заканчиваются, они говорят, что делают цифровую печать на своих досках. И это, в свою очередь, также способствует их воздействию на окружающую среду. Они сокращают сократили количество пластиковой упаковки, которая использовалась в досках в прошлом. Теперь у тебя есть переработанная бумага, завернутая в эти доски. Через минуту я расскажу об этом чуть подробнее. А еще они теперь сменили материал своих рюкзаков на материал, который называется Circuit Pack, то есть они берут пластиковые бутылки и превращают их в материал. Видя как аквамарина кладет эти изменения в сумку, мы обычно не видим изменений, если только не смотрим на топовые платы. Так что приятно видеть, что аквамарина действительно продвигает это даже по более низкой цене. Все доски сделаны из внутренней четверти. Я отказался от этого, но слои, которые находятся поверх их досок и сбоку от них, действительно меняются, и вы обнаружите, что чем больше слоев, тем жестче доска. Но помни, что чем меньше слоев у тебя будет на доске для падла, тем легче будет использовать, переносить и поднимать твою доску. Так что ты на первом месте по сравнению с более дешевыми досками. Они будут более легкими досками. Технологии Drop Stitch Light. Двигаясь дальше, у тебя есть твоя технология двойного стрингера. Эту конструкцию ты увидишь на корале, звере, магме и атласе. Оттуда мы смотрим на двухслойную технологию ты найдешь это на досках, которые требуют немного большего усиления, таких как доска для быстрой реки, волна, лезвие. У гоночной доски двухслойная технология, за исключением того, что у них есть два дополнительных стрингера, идущих сверху, и у них есть два дополнительных стрингера, идущих снизу. И последнее, но не менее важное, у тебя есть полностью двухкамерная технология, технология постоянного тока, которую ты найдешь только на гиперболах. Так что давай посмотрим на прогибы четырех досок, которые мы использовали. Теперь, прежде чем мы перейдем к этому, я просто хочу подчеркнуть одну вещь. У аквамарины в прошлом, честно говоря, были отклонения от среднего до среднего. Они определенно не были на высоте с самыми жесткими досками на рынке. Они были не совсем на той действительно гибкой доске, которую можно найти в супермаркетах, но они могли бы быть определенно лучше. И это определенно то, что они улучшили к 2023 году. Мы очень поражены этими новыми результатами прогиба. Если ты не в курсе, что такое тест на сгибание, то мы ставим каждую доску на расстояние 1,5 метра. А затем кладем вес в 75 килограммов на середину верхней части доски, а затем измеряем рулеткой, насколько сильно доска прогибается или прогибается. Действительно жесткая доска сидит примерно на 6-7-8 миллиметрах. Действительно гибкая доска на современном рынке с новыми технологиями стоит около 2021 миллиметра. Так что теперь давайте погрузимся в самую дешевую доску AKA Marina. У нас был пар, который накачивался до 15 фунтов на квадратный дюйм, всего на 13 мм. Окей, вот тут-то и начинается самое интересное. Аналогичные доски в прошлом году и в прошлом сидели намного выше этого. Так что у нас есть доска намного жестче, и это дешевая цена, а также более низкая конструкция. Затем мы протестировали Диану, которая представляет собой фитнес-доску. У нее все еще был очень-очень хороший прогиб всего в 10 мм, когда она была накачана до 15 фунтов на квадратный дюйм. Но переходим к немного более производительным плинтусам с их дополнительным стрингером по центру, глядя на ассортимент Coral. Вот это интересно, потому что толщина всего 4,7 дюйма. Более тонкая доска будет больше сгибаться, так что ты обнаружишь, что жесткость не будет такой же, как у доски толщиной 6 дюймов. И она упала всего на 16 мм при накачке до 15 фунтов на квадратный дюйм. Если сравнить это с доской толщиной 4,7 дюйма, то это все еще очень жесткая доска для такой толщины. Так что если ты более легкий человек, ты получишь гораздо больше пользы, когда будешь грести на более тонкой базовой доске. У тебя будет меньше парусности с этой доской. И она все еще очень жесткая. Теперь перейдем к тому, что должно быть самой жесткой доской, а именно к новой двухкамерной гиперкамере Акромарина, которая определенно придаст вам большую жесткость. И ее толщина составляет 6 дюймов. Когда этот насос накачали до 15 фунтов на квадратный дюйм во внешней камере и 10 фунтов на квадратный дюйм во внутренней камере, он упал всего на 8 миллиметров. Так вот, самые жесткие доски, которые мы когда-либо тестировали, на границе SEORT были толщиной около 7 мм так что это лишь крошечная доля от некоторых самых жестких досок которые мы тестировали и это огромное улучшение по сравнению с предыдущими хайперами доски всегда были отличной формы и действительно хорошо подходили для путешествий и прогулок в камарина тебе действительно нужно гордиться собой так что ты очевидно сделал намного больше на строительных досках изи большой большой поворот по сравнению с досками предыдущего года но это еще не все что аквамарин сделал в этом году а теперь давай поговорим о функции Которые ты найдешь на этих досках, потому что многие из этих функций очень сильно отличаются от прошлогодних, а некоторые из них ты найдешь только на аквамарина. Установка тарзанки в этом году совершенно новая. У тебя есть гораздо больше тарзанок для использования, и это здорово. У тебя есть более традиционный вид бандажей в стиле X спереди на всех досках, но теперь лямки совсем другие. Раньше это была всего лишь одна банджи, теперь это широкая банджи. Они называют это новым красным ремешком. Теперь этот ремешок регулируемый, и его легко регулировать. Он действительно немного расстегивается, когда ты им пользуешься. Ты можешь положить туда свои шлепанцы, свой напиток, вещи, до которых тебе легко и быстро добраться. У Файба спереди такая же банджи установка, а сзади тоже есть банджи установка. Колодки на плинтусах для фитнеса и круговой диапазон теперь другой. На колодке что-то вроде рельефного рисунка. Она выглядит действительно шикарно, она действительно хорошо отделана. У тебя есть более традиционная колодка с алмазным захватом на досках, которые требуют немного большего сцепления. Чем более производительные доски, такие как гонка, серфинг, рапид, гипер, у них сзади есть приподнятые накладки из пенопласта и ива, так что когда вы двигаетесь по доске, вы можете сделать шаг назад. Вы можете почувствовать, где ваша нога на доске. Теперь, глядя на нижнюю часть доски, первое, о чем я собираюсь поговорить, это новая коробка плавников, СЭФС, коробка плавников F. Теперь я впервые увидел эту коробку плавников, когда тестировал и рассматривал волну акромарина. Теперь это очень простая и быстрая в использовании коробка для плавников, которая действительно надежно закрепляет ваш плавник. Теперь вам действительно нужно использовать плавник акромарина, который поставляется вместе с вашей доской. Ты не можешь купить другой плавник другой марки, но он действительно просто помещается в коробку для плавников, и его легко достать. И он остается красивым, надежным и жестким в этой коробке для плавников. Еще одна вещь в нижней части досок, которую ты найдешь на гонках и в гипере, это задняя кромка. Это кромка, которая приклеена к задней части доски, чтобы помочь воде стекать с задней части доски. Это всегда большая дискуссионная тема, есть ли она у вас на обратной стороне доски или нет. Но мы сами провели различные тесты и обнаружили, что вода не так сильно обволакивает заднюю часть доски, когда у вас есть эти края. Если ты снова захочешь грести дальше или быстрее, тебе потребуется меньше усилий, чтобы пройти ту же скорость или то же расстояние. В прошлом году у них действительно была эта функция на некоторых гоночных и туристических досках. Но одна вещь, которая у них есть, является совершенно новой для Hyper, это их новый четырехкилевый. Он предназначен для того, чтобы вы могли отслеживать движение по прямой линии, возможно, в более ветреных или неспокойных условиях. Мы собираемся рассмотреть это более подробно в полном обзоре, так что следите за этим в будущем. Так много новых аккуратных маленьких функций, которые они размещают на своих досках, и, честно говоря, на этом дело не заканчивается. Есть еще много других вещей, которые ты найдешь в упаковках. Наши другие общие соображения по поводу самих досок. Определенно, внешний вид досок, я думаю, в этом году повысился на одну ступень. Опять же, многое в упаковках очень согласовано по цвету. У Камарина всегда были хорошо выглядящие доски, которые были довольно хорошо отделаны по сравнению с некоторыми их аналогичными конкурентами. Но приятно видеть, что в этом году они все еще немного улучшили игру, и они действительно стремятся к лучшему качеству. Еще одна вещь, которую Аквамарин изменил намного больше, это брендинг вокруг продукции. Похоже, ты обнаружишь, что на каждой доске сбоку написан свой маленький слоган. Несколько слов о упаковках, ваши более дешевые платы по цене такие как ваш универсальный диапазон по сравнению с вашим расширенным диапазоном. Вы обнаружите, что насос будет насосом Vivan Акамарина, в отличие от насоса Gravy у Акамарина, который просто более приятный и простой в использовании. Пользуйся, ты получишь больше воздуха в свою доску при меньших усилиях, а также ты обнаружишь, что весла с более дешевой ценой будут твоими алюминиево-пластиковыми лопастями, в отличие от пятилопастных лопастей из углеродного нейлона. Итак, я дал экран Марина массу плюсов и массу похвал за этот новый ассортимент. Но каковы же минусы? О чем тебе нужно знать в 2023 году? Теперь упаковка стала намного лучше. В этом нет никаких сомнений. В предыдущие годы там был только пластик и пенопласт, но теперь они положили туда бумагу и картон. Но там все еще большое количество пластика, обернутого вокруг лопасти насоса и различных частей упаковки. Камарина сокращает количество этого пластика, но я бы хотел, чтобы в будущем все это ушло. На алюминиевом весле с более дешевой ценой мы видим, что акамарина сделала что-то вроде плоского скоса в верхней части весла, чтобы предотвратить его скручивание или вращение. И это на самом деле не работает. На самом деле не похоже, чтобы он ударялся о какую-либо плоскую секцию в средней части весла, чтобы остановить его скручивание. Ты можешь затянуть зажим, как ты это делаешь со всеми лопастями из трех частей, честно говоря. И ты можешь получить надежную отделку, но на самом деле это работает не так, как должно. Сами лопасти весел все еще довольно просты. Конструкции из карбона, стекла и нейлона, более дорогих лезвий намного приятнее. Но само лезвие все еще довольно тяжелое и все еще довольно большое. Возможно для многих грибцов, которые потенциально могли бы купить доски кораллового типа. Но это все, что касается негативных наблюдений для обзора этого года. Я уверен, что будет еще больше материала, когда мы углубимся в сами доски в их собственных автономных обзорах но на самом деле ассортимент Аквамарина в 2023 году претерпел действительно большие улучшения. Они выглядят фантастически, но все равно по отличной цене. Без сомнения, они все еще собираются вывести многих из вас на воду в первый раз в этом году. И они собираются привлечь многих из вас к таким дисциплинам, как туризм, фитнес, белая вода, рыбалка, гонки. С досками Акромарина можно многое сделать. Если у тебя есть какой-либо опыт работы с Акромарина, хороший или плохой, Поделись им в комментариях ниже. Если ты новичок в гребле или у тебя есть друзья, которые новички в гребле. Обязательно поделись нашими страницами Сапсафы, которые предоставляют тебе всю необходимую информацию, чтобы безопасно заняться греблей. Масса информации, отличная серия видеороликов, которые очень легко смотреть и переварить, а также стать в безопасности на воде. До следующего раза счастливые гребли! Оставайся в безопасности, и мы увидимся в следующем видео под заказа.